Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в российско-германском поселке Руды. Основатели этого поселка в Богородском районе – семейная чета Ремо и Бергит Кирш. Они переехали из Германии в Нижегородскую область. Поздравляю вас с новосельем, с тем, что у вас проект идет и развивается. Да, это вот наш небольшой подарок. Золото на черном. Это хохлома. Нижненовское решение выбрать именно Нижний Новгород. Мы всегда рассуждали, как бы это должно быть восточнее Москвы, но западнее Урала. Восточнее Москвы еще ни один враг не прошел, за Уралом уже как-то холодновато. Но при этом мы хотели выбрать красивый, старый, исторический город. Ну и вот Нижний Новгород и получился. И мы сейчас здесь строим русско-немецкий поселок. Мы планируем, что здесь на вот этой территории будет расположено 8 домов, где будут жить люди, которые любят Россию и разделяют ее ценности. Безусловно, вот эта деревня и ваш проект является очень знаковым и таким серьезным элементом этой системы работы. Я вам очень признателен, и я очень рад, что у вас слова с делом не расходятся. И то, какой дом сейчас уже мы видим здесь, ну это действительно серьезный немецкий такой подход. Я знаю, вас увидели, сейчас мы стоим. Для меня было важно, что это будет здесь, не висеть. Очень здорово, да. Мы еще раз познакомились. Такой стройный двуглавый орел, не немецкая утка. Мальчик, что ли, я разницу видно. На самом деле, мы всем желаем добра. И чтобы утка тоже была не жирной, не уродливой, а вот гордой, какая она должна быть. И я на эту Германию немножко не надеюсь. Вот если какие-то сложности есть, готов их услышать и обсудить системно? Ну, на данный момент можно сказать, что у нас принципиально нет сложностей и проблем. Мы их оставили в Германии. Замечательно. Я очень благодарен, что, в принципе, губернатор разработал концепцию агентства АКА таким образом, что такую большую работу делает Якоб Пинекер, как руководитель его, что сейчас, например, все больше людей, которые хотят приехать сюда, обращаются, либо если они обращаются ко мне персонально, я могу их перенаправить в агентство, и они там уже получат необходимую поддержку.